Тут получится раз, два, три, четыре, пять, шесть даже ростков. То есть, в принципе, есть там чему расти. Думаем, такого нам хватит. Опс. Вот. Посмотрим, сколько весит. 20 грамм. 20 граммов. Какая верхушечка. Здесь 4 штуки. Через 25 сантиметров посажено вот один. И 25 сантиметров еще один. Посмотрим, какая будет урожайность. В период посадки сходов картофеля температура воздуха на улице была от плюс 30 и больше градусов жары днем. До минус 10 градусов мороза ночью. Да, так и держится минус 10. Хо-хо. Минус 10. Холодина она и есть, холодина. Спасли картофель от полного вымерзания всходов по ночам за счет усиления накопления тепла почвы дополнительными укрытиями в дневное время. При этом испанбонд не убираем на день. Создаем в почве запас тепла за счет того, что сейчас, именно вот днем, температура под испанбондом гораздо выше, чем снаружи. Сходы из верхушек получились дружные. Сходы из верхушек клубней. В общем-то, обычный посадочный материал. Вполне так. Посмотрим, как будет урожай. Собираем урожай картофеля. Здесь верхушками сажали. Так, из верхушек немножко пороемся сверху. Сразу прям видно. Картофель есть, да? О, ну, так. Тут все равно. Все-таки этот сорт, он все реально равно устойчив к жаре и засухе. Да, все равно. Даже в этих жестких условиях. Все равно урожай есть, да? По сравнению с другими сортами все-таки. Ну, посмотрим, как он проявит себя при хранении потом. Ну, пока, да. Ладно, сейчас пороемся. Выкопаем все кусты, да и покажем, что там получилось. Целлю нафиг отсюда, угу. На. Зато не спутаешь по цвету. Да, есть меленький, но это явно как менее жарко стало. Я даже вижу, вот еще крупненький тут. Покажи вот это вот место. Видно, что когда менее жарко стало, вот он начал пытаться здесь восполнить урожай. Но уже не успел. Но в основном, конечно, выросло прежде всего то, что вот первым именно завязалось, то и выросло. А остальное мельника, оно просто не успело, кусты засохли и все. Да. Ну что, вот урожай из 4 верхушек. Нормальный вырос, в принципе, даже для такого ужасного сезона, как в этом году. Вот клубень. Пустил росток, у него сбился явно период покоя. Естественно, это уже чисто на еду. Это вот тоже такой же представитель. Пророс слишком быстро, период покоя сбился. Ну, в основном, в общем-то, нормально клубни выглядят. Так что, возможно, получится и еще сезон его собрать на семена, да, и выращивать. Да. Так, 5800 с 4 верхушек. Очень даже, по-моему. Да, неплохо. Всего-то с 4. Да. То есть из каждой мелкой верхушки выросло больше килограмма картошки. Это очень круто. Да, это очень круто. Да. Причем существенно больше килограмма. Итого, в этом эксперименте 4 отрезанные из клубни картофеля 20-граммовых верхушки с общей массой всего около 80 граммов дали урожай 5800 граммов. А теперь делим массу урожая на массу посадочных картофельных верхушек. То есть масса урожая примерно в 70 раз больше массы посаженного картофеля. Можем посчитать и урожайность единицы площади огорода. При наших междурядьях с шириной в 80 см урожайность квадратного метра равна 7 килограммов 250 граммов. И соответственно урожайность в пересчете на сотку 725 килограмм сотки, что в несколько раз больше средней урожайности картофеля в мире. По нашему опыту выращивания этого картофеля в другие годы, урожайность при посадке верхушками клубней вполне близка к урожайности от посадки целыми клубнями. Напоминаем, что для показанного здесь в фильме эксперимента мы срезали с клубней картофеля только верхушечные части, где ростки обычно более жизнеспособные и продуктивные, нежели в других частях клубней. Вот в этом примере видно, что в нижней части клубни ростки вообще могут не прорастать в то же самое время, когда верхушечные ростки давно активизировались. Технология посадки выращивания одна из наших, упрощенная, без окучивания. Разработанная для жарких и засушливых условий местных ростовских луганских степей. С трудозатратами в пределах 1 минуты труда на 1 килограмм урожая за сезон. Ряды канавки без рыхления дна.
Да за тобой не поспеешь. Опыливание древесной золой при посадке. Основное внесение органических удобрений с легкой заделкой почвы. Мульчирование почвы в междурядьях сеном после появления отходов. Разваливание стеблей картофеля с подкормкой древесной золой и с мульчированием развала сеном. Итак, результат выглядит в сравнении с еще не разваленным. После развала поливаем, чтобы золу промыло, растворило вещества золы растворимые и прошло в корнеобитаемую зону. Поливаем дождеванием, как обычно, днем. Картошка через 2-3 дня. Видно, что в рядах, вот это один ряд был после развала, их два. Здесь вот тоже. И здесь другой сорт. Уже высоко поднялись, ровно стоят. Естественно, внутри освещение получается вот здесь вот пространство в этом лучше, чем до этого было. Ряд разделен на две части. Дальше, вплоть до уборки урожая из ухода за картошкой, только полив. Поскольку в этом году с февраля по октябрь в наших степях не было ни одного поливного дождя, пылевая буря. На самом деле на небе нет ни одного облака или туч. Сегодня полностью ясная погода. Ну а выглядит это так. Поливать картофельный участок приходилось и до посадки несколько раз, и сразу после посадки тоже поливали. Основной полив картофеля проводили раз в неделю длительным дождеванием вместе с поливом всего огорода. Трудозатраты на полив уменьшили за счет использования системы из 3 стационарных осциллирующих дождевателей. Весь огород у нас поливался без перестановки поливалок с места на место. Достаточно было нажать кнопку радиовыключателем для включения или выключения полива. И вот выключатель. Выключаем. Включаем. Удобно. Не надо бегать, а то бегали, да. Носились. Полив у нас холодной водой из колодца в наиболее жаркое время дня. Продолжительность каждого из основных поливов минимум 5 часов, чтобы получить нашу обычную поливную норму от 30 до 50 литров воды на каждый квадратный метр. Самые жаркие дни проводили и кратковременный освежающий полив один раз в день. Полив продолжительностью всего от 5 до 15 минут для охлаждения зеленой массы растений в самое жаркое и сухое время суток. Если видео и информация понравились, полезны, ставьте лайки. И подписывайтесь на наши каналы, чтобы сразу узнавать о выходе новых видео. И делитесь с друзьями. Удачи и отличных урожаев! С вами были Татьяна и Евгений Гордеевы. А если у вас есть опыт земледелия, пишите в комментариях, поделитесь опытом. Ведь наши фильмы смотрят люди из 140 стран, комментируют и читают. Если и вы поделитесь в комментариях собственным опытом, упоминая регион, условия и особенности выращивания, это поможет всем легче ориентироваться, понимать и успешно применять новый опыт в своих условиях, несмотря на климатические аномалии. Заранее спасибо. Достаточно хорошо видно, что у выросшей из элиты импалы и калетты все-таки попадаются явно более крупные клубни. Вот это вот, кстати, альвара не элитная. А она выросла на 2 метрах ряда. А калетта импала вот на 3. Вот это на 3 и это на 3. Луговской вырос на 1 метре. Слабенько, конечно, но... Между тем, стабильно пока сорт в нашем климате себя ведет, не вырождается. Ну и Валюшин вот на 2 метрах. Явно слабее, чем
Альвара раньше примерно одинаково было, так что, наверное, все-таки будем от него отказываться. Среди этих сортов, сорта Импала и Калетта сажали целыми клубнями. А сорта Альвара, Луговской и Эволюшн сажали мелкими верхушками.